Президиум Верховного Совета сегодня принял обращение к председателю Государственной Думы о финансовой помощи регионам. С такой же просьбой в правительство России обратились и республиканские власти. Сейчас в Госдуме работает группа, которая анализирует финансовое положение регионов. Выбрана десятка субъектов, которым больше остальных требуется помощь. Но Хакасия в этот список не включили. Между тем, республика уже несколько лет испытывает острый дефицит средств. Только кредиторская задолженность на сегодня составляет 5 миллиардов рублей. А у 64 из 99 муниципалитетов заблокированы счета. На сбалансированность бюджета требуется 10,5 миллиардов рублей. Это не первое обращение парламента о помощи. Первое, напомню, было еще в 2017 году. Но пока просьба республики остается без ответа. Я просто напомню, бюджетная обеспеченность в республике Хакасия на одного жителя в 9,6 раза меньше, чем в средней по Российской Федерации. Вы только подумайте, не просто на 3%, а в 9,6 раза. Ниже бюджетной обеспеченности нет ни одного субъекта Российской Федерации. И вот мы уже 3 года об этом и стучимся, и говорим, все бесполезно. Давайте еще раз попробуем такой ход сделаем.